Илюх, расскажи, как часто вообще путешествуешь на самолетах? С командой или вообще? Вообще. Не так часто. Времени не так много. Тренировки, игры, поэтому не так часто. А вот из вот этих раз, которые не так часто, сколько раз был столь ранний вылет? Ой, рано вылетали, наверное, только в Сочи. Последний раз, когда на Кубок РФС с командой. Для нас был это очень положительный турнир. Выиграли трофей, увезли его домой. А вообще боишься летать, нет? Да, есть такое, немножко есть такое, да. И как переживаешь, борешься со страхом? Да ничего, сел, сижу. Удается выспаться? Нет, сложно спать в самолете. Чем занимаешь себя во время ожидания? Сижу, смотрю фильм. Какой фильм скачал уже, чтобы посмотреть на по дороге в Ставрополь? Гарри Поттер. Тоже неплохо. Топ-5 фильмов, которые любишь смотреть в самолете. Ой. Достаточно много фильмов посмотрел за большой промежуток времени. Наверное, «Форсаж», «Марвел», «DC», мои все вот любимые фильмы. Ну и еще люблю много ужастики посмотреть. То есть ты боишься летать и любишь посмотреть ужастики в самолете? Да, отважный, да, молодец, красавчик.